Все как обычно. Вечеринки, девочки, пивко. Всем весело. А тут новый знакомый предлагает еще и травки. Давай, это же безопасно. Вся Европа дует. Ты реально думаешь, что косячок это безопасно? Никогда не задумывался, что общего между тобой и дегенератом. Все правильно, ничего, пока в руки ты не возьмешь вот это. Называй это как хочешь. Табак, спайс, марихуана, ЛСД, экстази, амфетамин. Есть много другой всякой дряни, способной сделать из тебя безумное быдло. Без вредных наркотиков не бывает. Любая химическая или даже органическая смесь, изменяющая твое сознание, приближает тебя на шаг ближе к распаду. Физически ты еще будешь существовать, но как личность ты будешь уже никто. А потом все, сердце не выдержит, и ты просто захлебнешься собственной рвотой с кровью. Теперь про барыг и дилеров. Это те, кто продают наркотики. Любые наркотики. Дилеры и барыги знают, как их называют. Вот, пожалуйста, обратите внимание, то есть данные люди продают наркотики. Некоторые употребляют, некоторые нет. Но итог один. Сядут и те, и другие. Первые умрут в тюрьме, вторые никогда не вернутся к нормальной жизни. Да, и еще, если ты не продаешь наркотики, но у тебя их найдут, ты сядешь. И твой реальный срок определит количество найденного. Погугли. Даже одна сигарета, просто так, за компанию, может лишить тебя всего. Свободы, родителей, друзей, жизни. Ведь ты взрослый и будешь отвечать по закону. Вспомни об этом, когда тебе сделают такое предложение. Второе. Таблетки и порошки. Мы пьем таблетки, когда болеем, и все. Когда мы не болеем, таблетки мы не пьем. Наркоторговцы могут предложить тебе вещества, которые сделают тебя быстрее, сильнее, лучше. Ты реально веришь в Супермена? На самом деле, это искалечит тебя и сделает не самым лучшим героем Ютуба. Если ты ни разу не употреблял наркотики, ты сильная личность, ты лидер. И ты лучше всех тех, кто сделал это хотя бы один раз. И никто... Слышишь, никто не может заставить тебя что-то сделать за компанию или ради любопытства. Я думаю, тебе хватает собственных эмоций и ощущений. Если хотя бы раз ты употреблял любой психотропный препарат, знай, ты в группе риска. Выбраться из которого можно только одним способом. Никогда. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Если сегодня утром ты уже накатил, курнул или дунул, то, скорее всего, ты планируешь это сделать через несколько часов. А может даже и минут. Поверь, даже сейчас, в этом состоянии, тебе еще можно помочь. Можно вытащить тебя. Современная медицина обладает всеми средствами, чтобы помочь тебе избавиться от этой дряни. Тебе нужно только одно – захотеть избавиться от этой дряни и сделать один звонок.